Легко быть тем, кем ты есть сейчас. Чтобы иметь в жизни то, чего вы никогда не имели, делайте то, чего раньше никогда не делали. У меня чем хуже, тем больше улыбаюсь. Защита такая. Я не верю в несостоявшихся гениев. Если ты талантлив, то обязательно добьешься успеха. Если я выйду замуж, то хочу быть очень замужем. Вы всегда можете понять, каким человеком считает вас мужчина, потому какие серьги он вам дарит. У японцев существует 5 способов сказать «спасибо», и каждый символизирует определенную степень обиды. Выживание расы является единственной универсальной моральной нормой, другого столь же важного критерия не существует. Существует только один уголок в мире, который определенно вы можете улучшить, и этот уголок – ваше собственное «я». Человек – это акробат на туго натянутой веревке. Он идет осторожно, стараясь сохранить равновесие, держа в руках шест, на одном конце которого сознание, интеллект, дух, а на другом – тело, инстинкт и все, что в нас есть бессознательного, земного, непонятного для нас самих. Жизнь – прекрасный учитель. Жаль, что выдача красного диплома часто совпадает с чтением некролога. Если хочешь управлять своей жизнью, научись принимать решения и делать выбор, а главное, не позволяй никому делать все это за тебя. Покуда женщина не полюбила, она кокетничает. Ночь любви – это на одну прочитанную книгу меньше. Но порой за эту ночь не жаль отдать и жизнь. В близкие друзья я выбираю себе людей красивых. В приятели – людей с хорошей репутацией. Врагов завожу только умных. Можно быть счастливым с любой женщиной, если ее не любишь. Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Дипломатия должна по мере надобности откладывать, предупреждать или вызывать войну. Душа всегда молода, она никогда не стареет. Почему? Потому что душа вне времени. Эго – это вечный попрошайка. Ему постоянно что-то нужно, а любовь благотворительна. Эго понимает только язык брать, язык дать – это язык любви. Изменение – это всегда страшно, но никто не изменит за вас вашу жизнь. Вы понимаете, какой должны сделать выбор, но несмотря на страх, движетесь вперед.
Это главное правило успеха. В любом деле решение – лишь начало. Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он и не думал оказаться. Я должен был зарабатывать на жизнь. Мне нужно было платить по ипотеке. Мне нужно было платить за обучение в школе. У меня был хлеб с маслом, чтобы поставить на стол. Ты знаешь, чего стоишь как актер, но тебе нужно устроиться на работу. Если бы я подрался в баре, я бы промахнулся мимо чувака на много миль. Я бы не знал, как подключиться. Это была бы комедия. Лесть подобна сооружению, нарисованному на картине. Она доставляет приятность, а пользы никакой. Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падало в него горьких слез. При демократии граждане перестают почитать законы, как писанные, так и неписанные. Честь наша состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее, если оно еще может стать совершением. Только инфантильные люди могут думать, что знают друг друга. Ты не знаешь даже самого себя. Злоречивый язык выдает безрассудного. Каждый – Бог для себя. Зависть терзает и сама терзается. Мы часто не говорим правды, чтобы самим не услышать ее. Любовь можно снискать лаской, а не силой. Я спал, и мне снилось, что жизнь — это радость. У бабочки не годы, а мгновения, и ей хватает времени. Чрезмерным может стать все. Говорят, что любовь слепа, но доброта обязана быть сознательной. Свобода предполагает, что разум и дух человека могут быть свободны только в том случае, если он свободен строить свою жизнь, развивать свои таланты, свободен зарабатывать, тратить, сберегать, приобретать собственность как залог своей старости и его семья. Мы не уделяли науке слишком большого места в нашем образовании, но мы совершили опасную ошибку, отдав ей слишком большое преимущество в методах любой другой области обучения. Обычно я не чувствительный человек, но я склонен быть более чувствительным к другим и к тому, через что они проходят. Я не знаю, самая ли это здоровая вещь, но это правда. Когда я постриглась, весь звук изменился, изменился мой стиль.
Летать – это вовсе не значит махать крыльями, чтобы перемещаться с места на место. Это умеет даже комар. Ты волен улыбаться в самый разгар самых трудных экзаменов и испытаний, зная, что это твой выбор, что ты сам захотел играть в эту игру, что ты – властелин всех иллюзий этого мира. Человек не закончен, когда он побежден. Он закончил, когда он уходит. Если вы хотите создавать красивую музыку, вы должны играть черные и белые ноты вместе. Ваша жизнь всегда зависит от тех или иных непредвиденных случайностей. Но пусть это вас не расстраивает. Утешьтесь. Чистые сердцем спят блаженно, тогда как грешники бодрствуют. Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты собрал, а по тем семенам, что ты посеял в этот день. Нет такого горя, которое бы не отступило перед жизнью. И это великое счастье. Иначе как бы мы все стали жить?